50, да, примерно? Не, не, или 57 лет. Или 57 лет ему. Вот как-то так вот. Потому что я думаю, что его из Москвы сюда привезли. Как бы я, мы, это, по сути дела, вторые люди, у которых там стояло. То есть вот, привезли оно лет 20 стояло в одной семье. А не делалось восстановление какой-нибудь реставрации? Нет. Замена каков? Я вот тут не вижу. Ничего. Тут они, по-моему, как они были сделаны, так да, они да, есть. Да. Скорее всего, нет, потому что я как бы знаю ту семью, и вряд ли там кто-то что-то. Потому что он тоже девочкой закончили учиться, а не моего возраста. Девочки. Как бы и после этого нашей дочке она даст. Тут что-то. А там, скорее всего, струна где-то задевает там внизу. Ну вот, товарищи, как бы не это самое, не заранее. Там, скорее всего, к струне что-то. Что-то при. Просто тот приложен. Настройщик, который делал, когда еще мы можно. Играли, да? Но я вам открою, если хотите. Это довольно легко. Просто там мы поставили эту самую. Чтобы не. Чтобы не. Когда переносится, чтобы оно не падало. Просто. Так, это что? Себе. Что-то там дребезжит, да, действительно. Это нужно определять. 22.088. Тоже какой-то номер, который случился, или это не номер. Когда печать первый раз увидела, показалось, что это номер. Тоже какой-то номер. Так, это вот какая-то струна. Вот здесь. Вот здесь какая-то струна. В нем конкретно. Поэтому я понимаю, что одна струна, наверное, спущена просто. Ну вот да, товарищ, который, как бы говорю, вот который настраивал еще, когда играла Мэри дочка, он говорил, я могу его, но держать не будет. То есть, как бы, максимум, что ну, я уже сейчас сроки тоже не буду врать, чтобы не называть. Он говорит, я вам сделаю, но как бы держать оно не будет. Надо будет чуть ли не как бы. Посидеть, поиграть. Нет, это без проблем. Вам что-нибудь? Интересно, там вроде ничего не задевает, почему тогда? Но при этом могу сказать, что его не настраивали. 12 лет стоит. Почему тогда там дребезжит так? Интересно. С возрастом стало дребезжить. А вроде ничего не задевает. Как-то странно. Так, так, может быть. Одна струна просто очень сильно спущена. Нет. Все нормально. Thank you.
всему, у нее все колки будут спускать. Нет, вот как раз нет, вот про ту часть, дочка даже, наверное, больше эту историю помнит, поскольку она заинтересована Механика хорошая очень. И педаль проще, потому что я могу каждый день настраивать. Нет, ну все.
все равно там какая-то реставрационная часть потребуется, безусловно, с моей точки зрения, что раз уж там что-то, потому что он, то ли он говорил, что там что-то надо укреплять, то ли что, я, ну, мы приглашали, кстати, настройщика, но он тогда уже был пожилой товарищ из музыкальной школы, Верхнезонской. То есть он там как бы занимался шаманиванием пианино. То есть он сказал, что я могу, но это и денег это будет дорого, стоить, да, и как бы, ну, по тем временам это все не так было дорого. Кстати, сейчас звучание может измениться, потому что если меняешь какую-то часть в механике, то это сразу на звуке отражается. По-другому, ну, наверное, тоже. Да. Ну, поэтому как бы я буду рада, если оно вообще хоть кому-то что-то послужит.